29-й гуманитарный конвой МЧС России прибыл сегодня в Донецк. Более 100 белых грузовиков доставили продукты длительного хранения, канцтовары и санитарные средства в нашу республику. Гуманитарная колонна МЧС России, в составе которой более 100 автомобилей общим весом более 1000 тонн груза, прибыла в Донецкую и Луганскую области. В настоящее время началась разгрузка машин. Колонна МЧС России доставила продукты питания, мясные, рыбные, молочные консервы, сахар, соль, предметы первой необходимости, канцелярские принадлежности и другие материальные средства, необходимые для жизнеобеспечения населения. Весь груз в равных частях распределен между Донецкой и Луганской областями. В состав колонны гуманитарной помощи от образовательных учреждений и общественных организаций России. Также доставлен адресный груз, собранный для школ, интернатов, детских домов, а также Луганского республиканского кадетского корпуса. В составе колонны Московский государственный университет имени Ломоносова отправил гуманитарную помощь адресную для нашего Донецкого национального университета. 15 тонн продуктов питания и 10 комплектов пожарной одежды. Схема распределения в республике налажена. В первую очередь это будут удовлетворены заявки городов и районов по четырем категориям граждан. Первая категория – это у нас семьи, которые имеют более 3 детей. Вторая категория – пенсионеры, которые получают минимальную пенсию до 1000 гривен включительно. Третья категория – граждане, не оформившие и не получающие пенсии, инвалиды. И четвертая категория – это у нас остро нуждающиеся. Четвертую категорию определяют у нас непосредственно комиссии, которые созданы при городах и на администрации городов и районов. В дороге грузовики находились 5 часов. При прохождении границ никаких трудностей не возникло. После разгрузки все автомобили вернутся в Ростовскую область. Кристина Крымова, Елена Чистякова, Новороссия ТВ.